На сегодняшний день все образовательные учреждения Свердловской области прошли проверку и готовы к началу учебного года. Держать на контроле организацию образовательного процесса главам региона поручил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев на видеоконференции, посвященной готовности к учебному году, в которой принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В своем обращении к главам регионов Дмитрий Медведев отметил, что в новом учебном году в стране откроют двери свыше 43 тысяч школ. 14 миллионов ребят сядут за школьные парты. Он подчеркнул, что именно в силах правительства страны и регионов сделать так, чтобы ребятам было интересно и комфортно, а главное – безопасно учиться. Председатель правительства Российской Федерации выразил уверенность, что на местах будут предприняты все меры для того, чтобы День знаний прошел на самом высоком уровне. Дмитрий Медведев не только рассказал о достижениях в сфере развития общеобразовательных учреждений, отдельно отмечены учреждения дошкольного образования. Несмотря на стабильное увеличение их количества, к некоторым регионам предъявлены конкретные замечания. Есть плохие результаты. Мы дополнительно создали более 400 тысяч новых мест в детских садах. В этом появится еще порядка 350 тысяч мест. Введено в эксплуатацию практически 450 новых детских садов. Таким образом, проблема очередей решена практически на 100% 29 субъектов федерации. Но в 8 регионах этот показатель все еще ниже 80%. Не обеспечены местами более 300 тысяч детей. И это, кстати, без учета Крымского федерального округа. Ситуацию необходимо исправить. К 2016 году, когда дошкольное образование в возрасте от 3 до 7 лет должно быть доступно всем детям. В Свердловской области насчитывается 2802 образовательных учреждения, в том числе 1073 школы, 1347 детских садов, 208 учреждений дополнительного образования, а также учреждения среднего профессионального образования и интернаты. Готовность образовательных учреждений к началу учебного года находится на особом контроле губернатора Евгения Куйвашева. В этом году на капитальный ремонт выполнения требований пожарных и санитарных инстанций запланирована сумма в размере более 234 миллионов рублей. В результате этого зафиксирована положительная динамика в обеспечении комплексной безопасности образовательных учреждений. Средний Урал принимает участие в федеральной программе по ремонту спортивных залов в сельских территориях. Для проведения этих работ предусмотрено финансирование в размере более 15 миллионов рублей. Еще около 66 миллионов направлено из бюджетов всех уровней на создание условий для обучения детей-инвалидов. Большая работа проведена по организации подвоза учащихся. Для этого задействовано более 540 школьных автобусов, оснащенных тахографами и системой ГЛОНАСС-GPS. Только в этом году для муниципальных образований на условиях софинансирование из областного бюджета выделено более 26 миллионов рублей на приобретение 36 школьных автобусов. Горячим питанием обеспечены практически все учащиеся, в том числе все ученики начальных классов. Также для муниципальных и областных общеобразовательных учреждений приобретена учебная литература на сумму более 227 миллионов рублей.